Людям без билетов вновь закроют вход в терминалы аэропортов и вокзалов. Сегодня главный санитарный врач на транспорте запретила провожающим и встречающим гражданам заходить внутрь зданий. Новые ограничения вступили в силу этим утром и коснулись тех регионов, которые находятся в опасной красной зоне. А вот в желтых и зеленых областях такие правила пока не действуют. При этом прощаться с близкими у дверей аэропортов и вокзалов казахстанцам не в новинку. Летом прошлого года чиновники вводили такие же меры. Напомню, сейчас самолеты и поезда курсируют в ограниченном количестве из-за карантинных ограничений. Пересечь границу страны сегодня можно только воздушным или автотранспортом. А вот международные поезда на маршруты пока так и не вернулись.